Как судьи Холодницкому взятку давали или претенденты на премию Дарвина? Именно так назвал генпрокурор двух днепровских служителей Фемиды, подкупавших главу САП. На днях Юрий Луценко обнародовал оперативное видео, снятое в кабинете Назара Холодницкого 21 сентября. На кадрах видно, как председатель Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный и его зам Наталья Овчаренко пытаются дать антикоррупционному прокурору первую часть взятки – 50 тысяч долларов. Всего судьи предлагали 300 тысяч, чтобы закрыть коррупционное дело против той же Овчаренко. Обоих служителей Фемиды задержали и взяли под арест.